Так вот, был такой американский чернокожий музыкант Эдди Саут, скрипач. Ему из-за цвета кожи не давали ходу в Америке, и поэтому он образование свое высшее заканчивал в Будапеште, но работал и записывался во Франции. И сейчас вы услышите очень редкую запись 1937 года. Он играет под аккомпанемент великого француза Джанго Рейнхарда. Музыка Джимми МакХью «Я не могу поверить в то, что ты любишь меня». Thank you.